Всем привет! Всем привет-привет, дорогие наши зрители и гости нашего канала. Сегодня у нас 20 августа. Это наш Русик. Да, всем привет, машет. Отпусти его, пусть бегает. Симба где дома, наверное, да? Наверное. Симба и Соня тоже дома. В общем, у нас Ярослав на... репетиторе. Так, он уехал к репетитору по английскому языку, у него в час занятие. У Димы было в 11 часов, но немного опоздал, но все равно он успел съездить к репетитору по английскому языку, а сейчас он уехал на футбол. У Димы футбол получается так, в 17:00, в 5 часов, у Ярика в 16:00, но Дима поехал с мальчишками погонять футбол, поиграть разминку перед тренировкой. А мы пошли домой, да? Да, мы пошли домой. Нам нужно взять с собой грабли, посмотреть, как там дела. У Каролины вот такие банты на голове. Она мне сегодня говорит, скажут, ученица из школы идет. Все, пошлите. Грабли надо взять. Болтать хорошо. Всем вам отличного настроения, всего вам самого наилучшего. Да? Не, мы не будем прощаться в этом ролике. Мы еще поснимаем, да? Все. Как Багира ходит. Ладно, пойдемте. Граблишки. Граблишки. Ты дом закрыла? Да. Закрыла вот здесь ключи. Юля у нас моднявая. В телеграм-канал выставлю момент, когда мы были в гостях, на юбилей ездили, и где Юля танцевала цыганочку. А-а-а. Помнишь? Где ты цыганочку танцевала. Ну, вы с Машей сели на пол и так станцевали. Да, когда на юбилей ездили. Да. Я хочу это в телеграм-канал для наших зрителей, да, кто у нас там подписан, показать, да, такой момент на ютубе. Я, конечно, да, такое не выпущу. Да. Кто лучше танцует? Да. Мама, там такая площадка была красивая и могла оторваться. Где? Там, когда мы ездили? Да? Там такая красивая площадка, я не могла оторваться. Не могла ты оторваться. Оторваться. Все, ладно. В телеграм-канал будут выходить такие короткие видео, которые не выпускаются на YouTube-канале. Ссылочка на телеграм будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Приходите, подписывайтесь, оставайтесь. Я, конечно, еще учусь, как правильно пользоваться телеграм-каналом, но когда я работаю и большой поток покупателей, я не могу подходить часто к телефону, поэтому сильно не обижайтесь. Какие-то дни вообще ничего не выходит. Это тоже связанное с работой, потому что, ну, руки заняты, товар приходит, покупатели, товар нужно разобрать, поставить на приход, где-то что-то рассортировать, заявки сделать. В общем, не всегда есть свободное время находиться с телефоном, но я учусь, как пользоваться телеграм-каналом. Ссылка на Яндекс.Дзен тоже будет в описании под видео. Саша туда будет вечером загружать ролики для тех, кто не может смотреть на YouTube-канале. В общем, они будут дублироваться. Ну, а мы пошли домой. По дороге идем, смотрю, ранетка. Уже такая прям почти спела. Нельзя, зайка. А здесь рябина. Ее очень-очень много в этом году. Да, Каролин? А мы идем вот такой тропинкой. Сначала зайдем мы в магнит. Купим что-нибудь к чаю. Да? А я кушаю вот эту арахисовую ягоду, даже чуть-чуть не жмурюсь. Какую, рябину, что ли? Нет, вон ту оранжевую. А, облепиху? Да. Ну, облепиху. Я даже не жмурюсь. Не жмуришься? Да. Ой, господи, Каролиночка. Ой, здесь еще. А мне солится сладкие. Да, смотрите, еще черемуха есть. А видно ели. Ее? Отсвечивает. Причем она красная, крупная такая. Что? Нет, она пыльная, грязная. И чужое мы брать не будем. Пойдем. А-а-а. Пошли. Она такая вкусная. Вкусная? Угу. Это черемуха? Угу. Угу. Мы же не можем на чужую территорию руку просунуть. А через сюда можно площадку пойти? Да? Через проулок? Угу. Угу. Мы сейчас еще будем мимо папиной работы идти, потому что ключи от дома у него в машине. А у меня вторые ключи от машины запасные. Вот такое у нас небо. Юля все-таки сорвала яблочко.
Вкусно. Они сладкие, очень вкусные. Ругать тебя будут соседи. Дошли до папиной машины. Стой, ты на этой стороне побудешь с бабушкой? Она все, привет всем, Маша, держи. С бабулей тут постой руками. За руку возьми, я сама схожу. У меня есть запасные ключи, сейчас от дома возьму, и мы дальше пойдем. Забрала ключи. Жарко. Иди. Жарко ей. Ну давай, давай, давай. Пошла открывать. Все, травой снова заросла. Ага. Кто, дедушка? Или бабушка? Бабушка. Бабушка. Ну пойдем. Открывай. Тут бабочки еще летают. Бабочки еще летают. О, что это за бумажка лежит? А, это реклама, наверное. Ага, все понимаю. И положила туда же, где я взяла. Открывай маленьким ключом. Маленьким? Ну да. Ярослав нам по дороге встретился, отдал мне рюкзак. Юля у меня его забрала. Мы зашли в Магнит. Сейчас покажу, что купили. Да. Да. Ходите, включайте свет. Один я маленький открыла, один большой, баба. Да, ты маленький замок открыла, баба большой. Угу. Сейчас заходим. В общем, сейчас покажу вам распаковку, что мы купили в Магните, пока наших мальчиков дома нету. Чаю попить. Каролина там захотела косичку. Да? Руки мой, танцуешь. Все. Наконец-то дома. Дома. Ой. Все. Включить воду. Сейчас чай будем греть. Сейчас окно открою. Как тут прохладно, вы бы знали. Мы что-то прям в кофтах пошли вообще. Каролина-то у нее на замочке, она сняла, а на мне майка. Кофту не снять. И маме пришлось идти и париться. Да, Юлечка? Я пошла за ведерком. Ведерка нет? Ведерко на улице, ну. А купаться будем в тазике. А зачем? А, ты имеешь в виду, что у нас газ отключили во всем поселке? По всей Красноярке, да, с 20 августа по 24 августа у нас не будет работать газ. И вода. Нет, вода будет. Мы будем воду мама кипятить. Вам нагреет тазики и купайтесь. Мама, да. Когда я покушаю, вы найдете тазик, я буду купаться. Где здесь? Мы там на квартире будем купаться, в душевой, в большом тазике. Споласкиваться будем. Ну, там, на квартире. Пойдем туда мыться? Да, мы туда пойдем. Ночевать. Туда ночевать? Это... С папой, без Ярика, без Дима? Почему? Они же домой приедут. Папа с работы приедет. Дима с Яриком. А, туда? Нет, туда. Квартиру. Домой? Ну? А потом туда приедем, мы будем ночевать? Тебе нравится здесь ночевать? Да. И ты любишь меня затаскивать домой? Я никогда отсюда не выйду. Да? Хорошо. Хорошо. Там лестница, да? Устаем от лестницы мы там. Дома, да? Угу. Ну все, ладно, давай распаковку покажем, что мы купили в Магните. Будем показывать? Сфера помыть ручки. Распаковка чек. Угу. Да? Покупка с Магнита. Давно мы такого не делали, да? Это Каролина захотела себе вот такую вот косичку. Ну, она не косичка, а как спагетти получается, копченая. На. Это Юлины любимые конфеты наподобие Баунти, прохлады. Все, что с кокосом связано, Юля любит все. Это мы взяли тоже к чаю здесь на доме, оставим. Золотая Лилия, вкусные конфеты. Это просто водичку мы брали по дороге пить, а соль, да? Сок добрый. Никогда раньше не ела спаржу. Потом мы как-то с Сашей были в Ленте и купили в маленьком таком контейнере, чтобы в машине перекусить. Мне она очень понравилась вместе с морковью. В общем, вот купили. Три сосиски – это Диме, Ярику и Каролине. Самса – мне, Юле и ну, кому-нибудь. Мне. Тебе вот такую лодочку. А, так, папа у нас мучной особо не хочет, поэтому, ну, и ему не надо. В общем, вот такую вот мы взяли лодочку. Это тоже к чаю. Взяли батон, сосиски и на этом все. То есть мы здесь потратили, получается, так... Вот 1000 рублей, 29 рублей 82 копейки, это нам списали с карты бонусов, да? На моей карточке, которая магнитная, там оказалось 100 с лишним рублей. И мы списали 29 рублей, в общем, все, что здесь на столе,
1029. Ну, 1030. Ну, нам хоть чай подкушать. Ну да, мы чай сейчас поставим плитку. Вон у нас плитка на печке стоит с кастрюлькой. Мы сейчас скипятим. Да, чай? А вы будете готовить, а я буду пластилин играть. Да, пойдем покажем, где твой пластилин. Где твой пластилин? А пластилин твой находится вот здесь. Вот он твой пластилин. На. А досочка где? Досочку сейчас будем доставать. Ты на свой стол же пойдешь? Да. Освобождай там себе место. Освобождай. В общем, у нее тут свой стол. Кукла. Кукла. Косметику твою я украла. Что сделала? Косметику твою украла. Не украла, а взяла временно попользоваться. Угу. Шкафчик-то убирай, что ты на кровать все положила. А? Шкафчик вон туда, вон в полочку убирай. Это абсолютно чисто, делать нет. Угу. Ага, упаковывай все. Все, сейчас она сядет и будет заниматься своими делами. Я пойду чайник поставлю. И уберу со стола все. Я привез курьер с Яндекс.Маркет. По ссылке, в общем, сидим, разбираем. Как вы знаете, что мы купили частный дом без водопровода. Воду сейчас мы скоро будем проводить. И Саша заказал вот такой вот набор, аппарат для сварки полипропиленовых труб. Сейчас покажу. Саша сидели, обсуждали. В общем, нам он пришел цвет вот такой вот желтый. Но металл Саша здесь посмотрел, как бы плита нормальная. Здесь вот такие вот разные насадки. Сейчас цена его на Яндекс.Маркет 1264. В общем, тоже будем проводить. Уже не нужно будет кого-то нанимать, сами будем. На каждый товар, который мы себе заказали, если вас заинтересует, ссылки будут в описании на видео и в закрепленном комментарии. Еще заказали ребятишкам два таких вот дневника. Здесь вот гимн России. Уже заказали вот себе такую вот. Сейчас я вам покажу, что это. Это термос. Вот такой. Мы сейчас очень в поездке. Такой классный, красивый, да, Саша? Вообще, смотрите, тут еще сеточка. Можно заваривать чай, траву. Так, это там дисплей, температура вот там показывает. Ну, потом, когда включишь. А что, он так нельзя включить? А как ты включишь? Сейчас тут воды нет, честно. Если ты только горячую нальешь, ну, налей там, в термосе есть. Потом покажем тогда вам в ролике. Еще себе заказала для документов папку. Вот, 23 градуса. А, да, вот показывает. Где ты нажал? Вот здесь? Угу. А, пойди, да, где-то там. Просто пальцем проведи. Давай. Как-то я вот так сделал, да? Как-то сделал, ну и появился. В общем, вот такую вот папку удобную очень для документов. Это весь товар мы заказывали на Яндекс.Маркет. Отзывы читаем обязательно. Все хорошие. Тут вот сварочный вот этот аппарат. Отзывов здесь 370 и оценка 4,7. Еще раз повторюсь, 1264 такой аппарат стоит. Сумка. А, сейчас я вам даже скажу. У меня здесь открыто все, что мы заказывали себе. Дневники по 145 рублей. Это я уже сказала. Папка 519 рублей. В общем, и термос, да? Сейчас, где у нас термос? И термос 392 рубля всего лишь что. Тут написано с дисплеем и с датчиком индикатора. В общем, кого заинтересует, ссылочки будут в описании под видео и в закрепленном комментарии на Яндекс.Маркет. Сидим, мы пьем с Юлей чай, а на улице дождь пошел. Как мы сюда только придем или приедем, обязательно идет дождь. Я вообще люблю дождь. Но на сегодня и передавали. Вчера вечером тоже был дождь. Местами, правда, вот у меня на работе там особо не было в той половине, в Колосе. А здесь в Красноярке моросил вчера вечером. Мальчишки, надеюсь, там спрятались на крыльце, наверное, школы. Сейчас переждут и тренировку, скорее всего, отменят. Потому что время сейчас у нас 4 часа, у Ярика должна быть тренировка. И потом в 5 часов у Димы. То есть у младшей группы и у старшей группы. Дождик, дождик. Как свежо на улице, здорово вообще. Пора
работали, называется. Мы вообще хотели здесь вот этот угол освободить, открыть вот эти двери и оттуда тоже часть повывозить на тележке на мусор. Но не знаю, сейчас если дождик быстренько закончится, то мы поработаем. Потому что папа у нас до 5 часов работает, приедет, его нужно покормить, согреть воду, чтобы сполоснулся. Я вам уже сказала, что у нас нет теперь горячей воды, нужно теперь ее греть. Но на улице так свежо, так классно вообще. Особенно, когда находишься на выходном. Мы скипятили себе воду на чай на плитке. Попили чай, да? Да. Каролина тоже попила. Но она там за своим столиком, она пластилином там лепит. Пойдешь, покажешь, что ты там слепила? Угу. Сейчас покажу нашим зрителям. Поснимаем. В общем, съели с Юлей напополам лодочку, которую вам показывали. Самсу съели. Каролина сосиску немножко только он в тесте поела, и все. Я морковку со спаржей поела. Я чай еще не допила. Делаю. Да, и массаж она делает маме. Сейчас переверну камеру, покажу вам, что она мне делает. Доча мне массаж делает. Одела мою кофту. Покажи, как ты ее одела. Это чтоб не сглазили. На левую сторону. Поверни спиной. Вот так. Одела дома хорошо, прохладно вообще. Вот мы летом сюда приезжали, от жары спасались, да? Когда ночевали мы здесь, да? А сейчас я замерзла. А сейчас Каролина замерзла. Там мы сумку с вещами привезли. До этого еще, но не разбирали. Сейчас в шкаф повесим на плечики, да? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, футболисты. Ну что, под дождь попали? Да, но нет. Вот тренировки пока еще не было. Ну, понятное дело, потому что еще рановато. Нас 2 часа поставили. Почему поставки не дали? С кем играли? С нами. Пока тренировка начнется, устанете уже. Чай пить будете? Конечно. Да? Ну, давайте, умывайте тогда, руки мойте. Вижу. Это ты на велике так ехал? Нет, вот тут вещи у тебя есть, теперь одевайся. Я могу переоденься в шорты. Конечно, это я заберу постирать, а переодевайся давай. Давай. Почти Дима брал из дома 5-литровку чистой воды. Пацаны все пробовали. Что осталось? Что осталось? Вот что осталось 5-литровки. Нам надо сейчас еще воды набрать. Надо будет купить тогда, либо заехать набрать. Да, у тебя кошелька с собой нет? Нет, дома осталось. Но я тебе дам мелочь. Есть. А, ну и ладно. А, нет, не мелочь там, я купюру. Ну я мелочь дам, наберете воды. Бабу снимает скрытая камера. Юля. Да, доча? Баба у нас что делает? Смотри, какая... Снимает какую-то железяку. Смотрите, какая чистая труба, белая. Белая чистая труба, да? Вода похожа. Только да. Она дырявая. Дырявая, но мы заменим, другую сделаем. Мы же здесь перестраивать будем. А я написала, что я буду играть. Найди. О, какой большой лист. Это лопух. Лечебный. Возьми, оторви. Лопух. Это лопух. Нет. Это лопух. Какая ты сильная. О, лопух какой. Большой. Давай я тебе буду. Ой, как это хорошо. Как опахать. Как опахала, да? Держи. Ты играть пошла? В общем, вот в этом месте, где лежит тот гнилой матрас, там находится большой улей. Там большие ули. Сколько их там? Одно большое или несколько? Одно большое. Одно большое? Она вот такая, круглая. Мама, вот такая круглая? Да. Мама, поднимай. Ульки, ульки, ульки. Королева горы. Песочно-глиняной. В общем, в этой... Сараюшки, дровяник, как правильно его называют, вот эти вот тоже их нужно убрать, а может быть, если доска нормальная, то где-то, ну, к чему-то приколотить, может быть, пригодится. А вот эти все гнилые матрасы, вот эти вот рамы, тут еще от пластикового, я так понимаю, окна там нету, сам этот каркас, меняли окна, видно, разбитые были, их тоже выкинуть, в принципе,
Они уже незачем. Глину принесла. Это не песок, это глина. А, это глина? Ага, уноси обратно. Не раскидывай по ограде. В общем, это все вот это вот на мусорку. Дрова мы решили в другое место перенести. И здесь сделать помещение Сашины инструменты в этом году. Ну, эту зиму получается перезимовать до следующего года. А в следующем году уже что-то другое помещение здесь. Или вообще его отсюда убрать и перенести туда в начало. Это глина с песком, дочь. Ага. Ага, надо будет попросить Алексея, чтобы скосил нам здесь траву. Ты карабкаешься. Юля решила снять цепь. Скажи вам, что это за зуб? Кто там? Там зуб. Укусил тебя? Нет? Покажи мне, где он. Там, на горе. А что ты переживаешь? Что ты плачешь? Ну, какой-то новый зуб. Где? Перевернутый. Перевернутый, спит, наверное, кверху пузом. Нет, он лапками махал. Лапками махал, может, он уже улетел? Нет, он в песке закопался. А, в песке закопался. Ну, играй с этой стороны пока. Здравствуйте. Как отработал? Нормально. Жопа. Ты с папой приехала? Угу. С бабой ты ходила? А потом приехал папа. Приехал папа, тебя забрал? Угу. Все понятно. Лопухи нарвала. Еще один. Тебе Юля не сказала, что большой улей вон там, огромный вот такой. Где? Вон там. И что, там есть пчелы? Да. Может, ты не будешь туда подходить? Ничего. Надо каким-то образом это все убирать. Где вон там? Вот под этим Юля прикрыла. А, о, вижу, летает. Не подходи, доча. Нет. Там прям вот такой вот, Юля показала. Вот. Каролиночка, доча. Уходи. Отходи. Ой, мама. Там такое уле. Мама. А. Это крапива. Отходи. Ой-ой. Уходи. Сыпы такие. Ну, надо же как-то придумать, в интернете все посмотреть. Равно как-то же придется убирать. Конечно. Ну, что ты делаешь? Гвоздодёр же есть. Я компактно делаю. Компактно ты делаешь. О, мама, уже дали делать. Всё. О! О! Ну, отходи. Надо в интернете посмотреть, как убрать. Умею. Как ты умеешь. А пахалом махать, да? Лопух вообще берут и на больное место на ногу или на руку вот так прикладывают, приматывают, и потом ножка или ручка проходит. Мама, у тебя как нога болит? У меня нога болит, у меня венки там нам полопались. Нам же придется там же убрать. Мам, ну, конечно. Мы тебе давай прикладем. Мне прикладем. Пойдем домой прикладем. Да? На две ноги. На одной у меня венки полопались, как паутинка, вот. Мама, на этой ноге. На этой. Так, и будут тебя массажировать. Да, у меня тут получается как синяками вот так вот, и вены вот так вот как паутиной полопались. Мам, мама, давай мы соберем медику, если тебя заболит нога, мы прикрепим. Да, обязательно, доктор мой, ай, болит. Там, да? Там мини-пу. Ну, давайте в этом ролике мы попрощаемся. Мы без папы уже много наснимали, да, влог наш. Увидимся со всеми. Совсем-совсем скоро, уже в следующем видео. Всем здоровья, позитива, всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.